мои желания, с небом связана моя судьба. Мама, кажется, вот так, дорогие, на лоне природы Иисус сказал однажды: «Теперь вы идите и отдохните немного». Действительно, после тяжелого миссионерского путешествия, после тяжелой миссионерского времени, проведенного в активном распространении великой борьбы в каждый дом, мы здесь, народ Божий, на лоне природы, отдыхаем, поем, славим Бога, даем интервью, делимся вдохновениями и славим. Славим за все нашего Бога и побуждаем всех присоединяться, ибо время уже на исходе, дорогие. Откровение 14 глава с 6 по 12 стих уже заканчивает свою работу. Трехангельская весть должна завершить свою работу. С Богом, дорогие. Аминь.